честно говоря, никогда на хоккей даже не ходил. Первый раз. Для меня это большая честь. Знаете, откровенно говоря, дрожь даже какая-то, мурашки. Ну, это же необычная, в общем-то, почетная была работа такая временная, мимолетная. И самое главное, получил шайбу. Внук отберет это точно. Атмосфера мобилизует на спорт, на победу. Ну, мы только желаем этого, естественно. Искренне поздравляем всех балашихинцев, всю молодежь, всех стариков, всех ветеранов с 23 февраля и предстоящим 75-летием победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Всем балашихинцам я передаю привет, поздравляю с этим великим праздником победы, желаю счастья и неба над головой, чистого неба над головой.